Экстренное торможение. Пассажиры поездов массово сдают билеты. Причины две. Обе связаны с обеспечением безопасности по распространению коронавируса. Во-первых, многие массовые мероприятия в других городах России отменились. А во-вторых, железная дорога из-за снижения пассажиропотока решила отменить ряд поездов. Люди вынуждены сдавать билеты. А еще благодарили, созванивались, она не подъезд. Да я не знаю, как они, групповые считаются или нет, пачка. Мы просто собирались ехать с детьми на конкурс, и конкурс отменился в Москве. У меня ребенок в Москву должен был уезжать. Но все, там отказ сказали. Он в академии Локомотивской. Пришло уведомление от руководства Локомотива футбола. Сейчас нельзя попасть. В санаторий, в Адыгею, и мы, естественно, ненадежно все это. А вроде в Адыгее же не прекращали у нас сообщения. Вы знаете, все равно страшно. У нас в Иркутске, и ехать 48 часов, пожалуй, знаете, как слететь можно. Боимся, а то обратно не уедем. Там останемся надолго. Вы сдаете, да? Да. А куда собирались? Почему на Украину. Там закрыли полностью. По 24 апреля. Уже сдал, получаю деньги. У меня было запланировано на 24-го на встрече ветеранов Северного флота апреля. Ну, отменили теперь чушь. Вот. Всем уже за 60+, к сожалению великому, каждый год встречались, а в этом году облом. Я сам военный врач, я сам понимаю, что это такое. Ехать хотели в Ессентуки, отдыхать. Но, учитывая такую обстановку, мы сами сдали. Не то, что там кто-то нам сказал, что нельзя ехать. Ну, побоялись, так сказать, да. И сдали спокойно. Отменили тур. А куда собирались, если не секрет? В Италию. 10 апреля. Ну, тур отменили, сами решили. Здоровье дороже. Ну, народу сейчас меньше ездит. Вот у меня сейчас человек 15-17 едет. Пассажиры перевозки маленько упали. Да. Туда ехали, меньше народу было. В Ласкатах по 15 человек. Если пассажир решил отказаться от поездки в связи с сложившейся в стране ситуацией, он может обратиться в билетные кассы АО РЖД за возвратом проездного документа, а также сдать на сайте или в другой службе, где он приобретал проездной документ. Удерживается комиссионный сбор за возврат проездного документа 210 рублей 60 копеек, в зависимости от сроков возврата. Если пассажир обратится за возвратом и поезд его отменен, тогда возвращается полностью стоимость проездного документа без удержания сборов. И напомню, что в Нижнем Новгороде до сих пор на сегодняшний день остается 8 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 2 человека уже выздоровели.